С добрым утром, друзья, товарищи. Очередной раз по нашему номеру пробежался таинственный зверь под названием Срач. Все девушки уже спустились завтракать, а я, любитель как поспать, всегда иду последним. Пойдем догонять их. Закончена торжественная часть. Что? Она вчера еще закончилась. Ну, договор закончился. А теперь мы возвращаемся. Бизнес-конгресс закончился еще вчера. Мы живы. Теперь мы опять туристы на один день. И куда мы сегодня поедем? Я даже боюсь сказать, как это называется. Мы поедем на, по-моему, площадь называется Султан Ахмед, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте. Топкапы, Авая Софью. В общем, посмотреть исторические места. Все это в одном месте. В общем, сегодня мой день. Дима сегодня будет меня везде водить, чтобы меня горячий турецкий мужчина не спер. Официанты, одним словом, турецкий. Мой любимый режим. Какой? Вот такой, когда много сразу. Ширик. Ширик называется, режим Ширика. Следующий. Как раз едет. Татьяна Павловна, пропускайте. Фуникулерчики. Что-то быстро, кстати. Адя? Адя? Куда Адя? А точно? Сейчас они выйдут и нам откроют. А мы пойдем на первую дверку, чтоб себе. Поедем вниз. Как тебе второй раз на фуникулёре? Уже более понятно, без да? Без чемодана интереснее гораздо. Легче. Легче, да. Ну, сейчас, может быть, более удачные кадры будут у нас. Потому что я те запорол, может, даже и... Ну, они какие-то желтые были, и мужичок смотрел постоянно. Даже.
хорошо? Да, да. Ой, какая красота. Вода. Ты знаешь волшебные слова? Ну пойдем, попробуем. Пойдем, Белоснежка. Мы больше не будем шутить. Да ладно шутить, какая разница? Ну, короче, во всех видах общественного транспорта, наверное, попала. Сашка, Белоснежка. А, еще на автобусе нам покататься осталось. Ну, как в автобусе ты можешь? На общую сторону. Давай расскажем. Сейчас, погоди. Знаток, да. Ну, говори. Так, мы находимся в Султан Ахмед, голубая мечеть по-другому. Сейчас нам поможет Google. Ну, понимаешь, почти из-за большого играть. Количества народа я пока что-то пока не пропитываюсь вот этой всей историей. А ты? Ну, тоже. Поэтому я больше эмоций получила, потрогая... Ну, вот, кстати, вот из скальника сделанный вход. У меня нет интернета, поэтому я ничем не помогу. Вот он. Голубой? Была построена из определенного мрамора, который отдает голубизну. Ну, есть, что-то, да. Соглашусь. Поэтому ее называют голубой мечетью. Сейчас мы тайку переоденем. И будем заходить. Пойдем там пойдем. Я, конечно, понимаю, что это уже 17 лет, более красивый вид, более красивый вид. Сори. А, люди пьют. Чувствуешь, что энергетика есть? Ну, как объяснить? Вот мы, допустим, да, в Крым мы тоже в храмы заходили, а эмоции... Ну, зашел, посмотрел, да? Так, интересно, да? Не знаю, пока ничего не чувствую. Нет, вот смотри, вот, даже вот... И вот этот кусочек литой, цельный. Вот как его сюда приперли, а? Хотя бы так. Половина реконструкции. Да?
совершенно другие эмоции, не те, которые, конечно, были вчера. А здесь вот, я не знаю, вот, ты не чувствуешь, я чувствую вот это вот сгусток энергии, который ходит. То есть вот какое количество здесь людей прошло, сколько молитв было вознесено, если даже не браться, да, в расчет вообще религию. Смотри, там балкончики. Ну, это имитация. Имитация? Вот женщины, наверное, вот тут они были на втором этаже, да? Нет, у женщин там место для молитвы, да, отдельно отделено, мужчины здесь. А вот за решеткой тогда что? Ну, вообще, тоже, наверное, да, места какие-то были же. И знать условно отдельно молилась, да? Ты можешь сейчас сфотографировать? Пожалуйста. Давай, фото. Мяу. Я не знаю, что, где и как. Таня нам поведает, куда мы сейчас идем. Понятия Таня не имеет. Да Таня... должна иметь. У Тани нет интернета. У Тани полностью расслаблен мозг. Мы гуляем по площади Султан Ахмед. Мы были в голубой мечети. А сейчас идем куда-то дальше. Мы с нашими попутчиками договорились встретиться в 12. Смотри, какой котик ухоженный. Кстати, здесь прямо, да? Ищи. Причесанный. Причесанный, гладенький. Идем. Вон собачки. Собачки. Куда нам впитывать? Можно под горлышко энергии заряжать. Вот София. Вот София, да? Только там, по-моему, очередь на километр, да? Да. А? Попробуем в Софию попасть. Пойдем. Опять туча народу. 30 минут у нас нашего ушло на то. Если бы Таня немножко не прощелкала моськой, мы бы быстрее прошли. А так, ну, минут 20 карты можно расплатиться. Мы хотели сначала купить музейную карту, потому что планы было шляться по музеям. А теперь понимаем, что, наверное, мы только посетим Айя Софию и постараемся еще попасть сегодня в Топкапы. Потому что физически уже больше не справимся, да, Дим? Поэтому музейную карту решили не покупать. 72 лиры стоит проход в Топкапы. За 45 можно купить говорилку с наушниками. Но решили без говорилки, потому что, в принципе, историю Айя Софии, храма Святой Софии, читано, изучено. Хочется просто погулять, потрогать глазами, да, посмотреть, попитывать. Камешек отковырять, да? Камешек отковыривать мы не будем. В общем, мы пошли. А мы идем вот сюда. Да. Так, а я Софья, это музей. Это действующая мечеть. Пойдем, пойдем, потронем, дотронемся до старой дверки. Кстати, смотрите, как она источена временем. Конечно. Нормально.
Ты вот понимаешь, ну ты что по-русски? Барс, шерхафаку. На тебе лечь. Подожди. Не сгибай, на память. Император? Какой-то император был второй. А это гробница, нет? Кто это? Дверка, дверка хоть потрогаем давай. Она металлическая, нет? Нет, деревяшка. Охереть. Кстати, смотри, так. Заметь волны. Или как, до конца я же не помогаю, получается, или как? Или... Мне кажется, нет. Давай, логику включи. Ребропород проявляется, камень, да? Его она когда может приедет, если его сточили, он изначально будет ровный. Нет. Его не стачивали, его стелили, наверное, как есть и ногами, его просто отполировали. Он не выровнен. А где-то он местами, получается, порода более твердая? Да, да, да. То есть просто люди со временем, представь, сколько людей. Да, я больной человек. Так, полежи, полежи языком. Можно вообще ток-ток пол током у тебя стоит. Очень интересный барабан. Смотри, а он этот. Его пополам как раз распилили. Смотри, есть тут синхронный. Да? Вот. И положили. Прям получается там есть пилили? Возможно. Вот они. Рисунки все. Идентичные. Так, смотри, смотри. Вот. Даже в наше время такой нет. Где там пальчики крутятся? Ну, конечно, такой энергии уже не чувствуется, какая чувствуется, например, в голубой мечети, потому что прям... Таинство там больше в этой. Да, да, а здесь уже видно, что это музей, что это просто историческое место, а здесь уже энергетика другая, много людей, звуки, но вот... Без вот какого-то без трепета, да? Идешь, смотришь, как на произведение искусства. Мне напоминает конгресс. Много голосов. А, то есть это то же самое, да? Да, да, да. И много русских... Возгласов. Не возгласов. Просто много русских. Кстати, вот это, наверное, тут содрали, да? Наверное, что-то было.
девочка. Леса какие безумные. Стена, что-то, да? Ну да, чтобы туда залезть. Вот уже их не наводил. Да, это младшая. Он даже так смотрит в сторону Мекки. Кися! Опять? Кися! Каждый кися в храме. Сфотографируй кисю. В этой части, да? Ну да, да, да. А здесь дерево. Ага. Нет эмоций от Софьи. Другое почему? Ожидала. Не вам... знаю. Сейчас. Что мы сейчас будем делать? Что мы будем делать? На Ольгу Воронцову велела обязательно съездить своей Софью. Там есть специальная такая, ну, как бы нишечка маленькая. Ну, мы сейчас покажем. Да, ты вставляешь пальчики, определенным образом прокручиваешь. В этот момент загадываешь сокровенное желание. Ну, конечно, такое плохое загадать сокровенное желание. И, не знаю, нужно все-таки выйти на определенную энергию, что как-то непонятно, но мы-то человек очень любим, уважаем, поэтому пойдем сделаем приятное себе и ей, сделаем это. Локоть, боже, вытягивается. О! Да, надо прокрутить палец. Прокрутили. Ох, какое это все, да? Оно уже даже блестит. Интересно, кстати, я думаю, даже ступеньки начнутся. Нет тут ступеньки. Все для людей было сделано. А? Все для людей было сделано. Почему? Без ступеньки. Могли же раньше. Кстати, вот смотри. Да? Что, рук стеклом? Да. Я на такие.